Всем привет! Вы на канале Максима Тимохина. Сегодня у меня Samsung Galaxy A50 с проблемой заблокирован Google аккаунт на последнем патче безопасности, по-моему, патч от августа. В конце покажу, в конце видео после разблокировки. Значит, подключаемся к Wi-Fi, нажимаем далее. Сейчас я вам покажу, что он действительно заблокирован. Нажимаем «Использовать аккаунт Google». Для разблокировки, как вы поняли, уже нам понадобится OTG-переходничок на Type-C и, ну, сам, соответственно, кабель и второй телефон. В принципе, можно любой телефон, на который можно установить Samsung Smart Switch. Подтверждение аккаунта, значит, нажимаем в поле ввода, ну, соответственно, далее нам никак не нажать. Нажимаем шестеренку. Проведение касания, обратная связь. Реакция на касание. Звуки, вибрация, мелодия звонка, SIM-1, значок плюсика и поиск. А, также нам понадобится сим-карта с пин-кодом, с установленным пин-кодом на сим-карте. Как установить пин-код на сим-карте, можете посмотреть по ссылке в описании. Также здесь будет подсказочка в углу экрана справа. Значит, вставляем сим-карту с пин-кодом и нажимаем много раз по микрофону. Жмем, пока не заблокируется экран. Теперь вытаскиваем симку, нажимаем ОК, ждем. Так, сдвигаем часы, нажимаем замочек, сдвигаем вниз, нажимаем мультимедиа. Ну, это надо все быстро делать. Вот в данном случае все с первого раза получилось. Нажимаем готово. Нажимаем вот этот значок цветочек, либо снежинка. Попадаем в магазин Samsung. Так, нажимаем поиск и ищем Smart Switch. Так, вот. Вот он у нас Samsung Smart Switch Mobile. Нажимаем стрелочку вниз на загрузку и загружаем программу. На втором телефоне также вы скачиваете Samsung Smart Switch. В данном случае я уже... Давайте еще раз запустим. Так, где он у нас тут? Вот, Smart Switch. Ну, как бы отправка данных на новое устройство. Твою мать. Прошу прощения. И ждем, пока загрузится Samsung Smart Switch. С интернетом здесь, конечно, не очень. Назад. Ну, будем соединять два смартфона между собой. Вот OTG кабель нужен будет. OTG переходник обязательно вставить в заблокированное устройство, а вторым концом, соответственно, в наш Sony, ну, либо другой телефон. Давайте я нажму на паузу, пока загружается Samsung Smart Switch. Итак, Samsung Smart Switch установился, запускаем его. Принять, разрешить. Значит, здесь наступаем, нажимаем. Ну, отправка данных. Выбираем кабель. Ну и здесь, соответственно, получить данные Galaxy Android. Кабель. Так, значит, давайте подключим телефон. Разрешить. Так, здесь выбираем передачу файлов. Так, подключить этот телефон к новому устройству. Вот идет подключение к Galaxy A50. Пошли проценты.
все это делается для того, чтобы установить QuickShark CatMaker на заблокированное устройство. Так как скачать из интернета, в принципе, добраться до браузера, скачать из интернета QuickShark CatMaker мы можем, но установить мы его не можем. Новый патч безопасности нам не позволяет этого сделать. Ну, ни одно приложение невозможно установить. Что-то как-то долго связь устанавливается. Сканирует файлы мультимедиа, но тут их много. Давайте также поставлю на паузу, когда дойдет до 100%, продолжим. Итак, у нас все данные подгрузились. Так, попробуем выбрать вызовы и контакты. Ну, сделаем так, убираем все, кроме одного Google аккаунта. Так, я, наверное, все-таки свой основной возьму. Значит, пароль от второго не очень помню. Нажимаем «Готово». Листаем вниз и «Передать». Сейчас нам надо будет ввести пароль от Google аккаунта. Так, что там у нас происходит? Чтобы перенести учетную запись Google на новый телефон, разблокируйте старый телефон и коснитесь кнопки «Копировать». Так, копировать на новое устройство, нажимаем «Копировать». Вводим графический ключ, если он есть. Идет копирование аккаунтов. Так, какое-то время еще ждем. Видимо. Давайте еще загадку. Где находится самый северный в мире Макдональдс? Если не можете назвать город, попробуйте угадать хотя бы страну. Даем несколько секунд. Этим можно гордиться. Самый северный Макдональдс находится в России, а точнее в Мурманске. Хорошо, что там тоже есть любимые горячие напитки и бургеры. Так, копирование данных завершено. Здесь нажимаем «Закрыть». Перейти на главный экран. Так. Значит, выходим назад. 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 Снова проходим проверку аккаунта. Видим добавленные аккаунты. Причем добавились 3 аккаунта сразу. Но не суть. Нажимаем «Далее». «Не копировать». Аккаунты добавлены. Далее. Батареечка садится у нас. Ну, успеем доделать. Далее. В общем, настраиваем телефон как новый, уже без блокировки. Далее все как обычно. Этот нам телефон больше не понадобится. В принципе, аккаунт мы нашли. Единственное, сейчас зайдем, поудаляем все аккаунты, если делать это для клиента. Здесь пропустить, пропустить. Готово.
Ну и можно сделать общий сброс еще. Так, позже. Да. Все, мы попали в телефон. Заходим в настройки. Учетные записи. И удаляем все вот эти наши добавленные аккаунты. Если делаете это для кого-то, то не забудьте. Сведения о телефоне, модель А50. Сведения о ПО, 10 Android, OneUI 2.0, прошивка A505, FXX, S5, 5 загрузчик, BTH1. Значит, номер сборки и уровень безопасности для патча 1 августа 2020 года. Все, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.